Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня мы поиграем в Hearthstone. Я в эту игру я ни разу не играл еще, но наслышан. Сейчас я создал аккаунт, зашел, и вот что мне предлагают. Получить бесплатные карты. Ну, давай возьмем. О, у нас новый участник. Это маг Джайна Праудмор. Кто примет ее вызов? Это же кошмар Элвинского леса! Гнол-дробитель! Всем приготовиться! Призовите на поле боя существ и атакуйте дробителя. Нанесите ему достаточно урона, и вы победите. Ну, поехали. Битва начинается! Ну давай, я жду. Мне нужны существа, которые будут сражаться за меня. Налетчик такой-то, атака. Двойка, хп один. Что у нас атака? Двойка, хп один. Что, поехали. Дело сделано. Твой ход, гнол. А? Хорошо, хоть он не разыграл ни одной карты в этот ход. Понятно, окей. Наш ход. О, еще одно существо. Как раз вовремя. О, отлично. Так, я примерно понял. Игра очень похожа на Владыки Астрала. Очень такая хорошая старая игра. Даже дело может... сделано. Ты как раз там, где нужно. Даже, может, как-нибудь запишу ее для вас. Две карты. Должно быть, одно он припас. Кого мне атаковать, гнола или самого дробителя? Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Хорошо. Так, все, наш ход закончен. Атака 5? Какой огромный зверь! Я могу убить этого огромного гнола. Или напасть на его хозяина. Так. Гнали. Ты будешь следующим, дробитель. Это карта заклинания. Ее можно использовать только один раз. Круть. Как все круто сделано. Вот наш первый бой, так сказать. Возвращайся в тюрьму, дробитель. Как я понял, это обучение. Джайна! И Милхаус Монашторм! Против гнома. Джайна! Приготовься сразиться с могущественным Милхаусом Моноштормом! С удовольствием. Что? Я хотел ходить первым! Окей. Чтобы разыграть эту карту, мне нужно больше маны. Хорошо. Дело сделано. Чтобы разыграть эту карту, мне нужно больше маны. Мурлок!
Поехали. Ой, какая потрясающая карта! Ну подожди, я только подкоплю ману. Моя мана восстановилась. Чтобы разыграть эту карту, мне нужно больше маны. Понятно. Да. Хватит меня атаковать! Я пытаюсь выиграть! А вот и еще один кристалл маны! Знаешь, чем это пахнет? И чем же? Победой! Тебе это понравится! Вот я наберу 10 кристаллов маны. И что? Быстрее! Мне не терпится разыграть эту карту. Я этим займусь. Смысл? Да. Джайна, надеюсь, тебе нравится рак! Это рак. Так. Что у нас тут? Панда. Ну давай. Джайна! И хранитель истории Чо! Чо? А, Джайна, рад видеть тебя. Хранитель истории Чо. Покажи, чему ты научилась. Я не буду поддаваться. Отлично, превосходно. С одной маной что мы сделаем? Ничего. Я плохо обращаюсь с мечами и стрелами, но у меня много друзей. Да, хранитель истории. Нет. Дело сделано. Так, это что, история, да? Понятно. Порой поражение от победы отделяет всего один удар. Мое почтение, старейшина. Я этим займусь. Плати, лидер, блин. Дело сделано. Естественно. Заканчиваю ход.
щука. Ага, кроколиск, а не щука. Тоже кроколиск. Смысла нет. Моя мана восстановится только через ход. Давай-ка. Закончим ход. Да, хранитель истории. Опять это... Чё? Ничего. Опять этот... Морлок. Я этим займусь! Урон. Дело сделано. Думаю, пойдет. Мое почтение, старейшина. Ха-ха-ха, тебе меня не достать. Пока да. Но твоя очередь придет, когда я покончу с твоими существами. Точно. Ух ты, грудь. Яростень и хрустогрыз. Хрустогрыз — нехилый танк. Тройка, единичка, четверочка. Или... Давай. Ты сильно и быстро. О, ты многое умеешь. Это существо уже атаковало в этот ход. Мои друзья умеют лечить, не только убивать. Кто хотел увидеть? Отлично, ночной клинок. Они даже не узнают, что их убило. Бей сильно и быстро! Это существо сможет атаковать мой следующий ход. Страх ведет к злости. Злость ведет к ненависти, а ненависть приводит к расстройству желудка. Война должна быть последним средством. Ты наивен, хранитель истории. Ты настоящий мастер. Звук в игре, конечно, мощь. Тебя убавлял очень. Нехило. Ты оказал мне честь, хранитель истории. Думаю, для первого раза хватит. Во второй серии мы будем дальше проходить обучение.